Александр Джигит у нас получился, на секундочку, но как раз он вернется, и мы сразу начнем. Я вам хочу сказать, что у нас сегодня в гостях Николай Михайлович Гольдау, которого я имею честь в первый раз лично видеть, да, но почитала, посмотрела, заинтересовалась, и действительно, вот, Сашины рекомендации, они всегда оказываются такими очень какими-то знаковыми для Карповки. Так что, пожалуйста, представляю, Николай Михайлович Голь, поэт, драматург, переводчик. Замечательный автор. И Александр Джигит, который исполнит какие-то песни и, очевидно, проведет это весь вечер, а я удаляюсь на зрительское место. Я облегчу Саше поставленную перед ним задачу введения и начну сам, просто объяснив в двух словах, что мы имели сегодня в виду вам показать. Я хочу прочесть некоторое количество стихов. Саша хочет некоторое количество стихов, им озвученных, спеть. Вот. И я хочу, чтобы, так сказать, не устраивать избранного и сосредоточиться на чем-то, я хочу почитать стихи из такого цикла, который называется «Наше наследие». Это стихи, посвященные, так сказать, отечественной истории, но надеюсь, что не скучные, потому что скучно я стараюсь не писать вообще. Мы сколько собираемся забирать зрительского внимания? Программа у нас обычно на час рассчитана. На час, хорошо. Да, а потом я почитаю еще переводы, и, ну, да, все. Ладно. Так. Давно истлели пращуры, потомков странен вид. Мгновение, как ящерка, за камешком сидит, за криками, за стонами, за бедствиями, за... Веселая, зеленая и бусинки глаза, не более, не менее, с мизинец в полный рост. Лови, поэт, мгновение, хватай его за хвост. Доктор Петр Алексеевич. Академик он был, мореплаватель, плотник, герой, и все время в работе, в делах без конца и без края, и к тому же хирург. И постасью своею такой всех родных он пугал, к операциям их понуждая. Скальпель пальцы мозолил, знакомые также с пилой, и смотрели с восторгом араб и татарин и выкрест. Ах, какой он простой, ах, какой замечательно свой, до чего потрясающе наш, одним словом, антихрист. Предназначенный смерти и до смерти смерти боясь, после пыточных камер, хирея в застенке и тая, говорил Алексей, всех я, папенька, сдам вам бояр. А отец отвечал, сыновей на бояр не меняй. Ничего страшного. Ехал я вчера в автобусе до канала Грибоедова, думая, как чувство робости до канала Грибоедова,
не спасли его ни должности, ни мороженое к третьему, да и не было возможности ежечасно не робеть ему. Сколько видел он мучительных гомерических кошмаров в фокусе увеличительных дальнозорких окуляров под очками аккуратными, то, что все считали нормою, обрастало необъятными, неестественными формами. Как не струсить, если стопотом, пиршествуя пауку, словно слон с гигантским хоботом, муха бродит паукуму. Жизнь порой, как боль недужная, очень плохо переносится, и очки, сверкая дужками, покатились с переносицы, словно кто зрачки откупорил, и явились в них прохожие ни вампирами, ни трупами с перекошенными рожами, ни уродцами с ухмылками и не крысами подпольными, а людьми простыми, милыми, правда, чем-то недовольными. Было тело наземь брошено на расправу рукопашную, но шепнули губы: «Боже мой, ничего такого страшного!» Звуки этих слов неведомых, хоть дошли до уха ханского, до сих пор не переведены за незнанием славянского. Романтизм. Живем как можем, но когда приспичит, вдруг вспомним позапрошлые огни. Как ромбовиден мир и призматичен, как прозаичен, а в былые дни тогда не отличали ромб от призмы, да и к чему? Поэт не геометр, высокое искусство романтизма не жаловал низменных примет. Какие были, черт возьми, их были, какой вскипал и разгорался пыл, все знают, обокрали и побили. Романтик говорит, что прокутил. Как все земное хочется возвысить, и как ясна дорога впереди. Низ живота вспорол дуэльный выстрел. Романтик скажет, что свинец в груди. В гостях. Дружба, мысли, слова прения, славных предков имена. Граф Толстой гостит в имении будущего Шиншина. Просим, просим, нынче каша гречневая. Угодил. Граф Толстой еще не пашет, мясо ест и очень мил. Да и что такого в мясе? Мясо ходит стороной. Афанасий Афанасич, ты не спишь ли, дорогой? Друг задумчив, он скучает. Что хозяйство? Недосуг? Говорит Лев Николаевич: «Экий, братец, ты фитюк! Буря, ведра, непогода, бузина да череда, горечь, деньги, переводы, дней проходит череда, споры, вздоры, завещания. От Софи большой привет!» Шепот, робкое дыхание. Вспомню строчку «Бывший Фет». Так. Проект памятника. Вид с докладом скользит по вощенному полу. Вот вам фигура покойного вашего батюшки. Князь Трубецкой изваял, итальянец, Паоло. Слепок в масштабе 1:18. Батюшки, у Николая II глаза округлились. Это отец, император, помазанник Божий, городовой на жеребой, простите, кобылис. Здесь это ставить нельзя. Белокаменный тоже. Прочь, за Урал. Пусть на это глядят чернобурки, где и придурки без дела не выйдут на холод. Ваше Величество, может, в Екатеринбурге? Только не там. Омерзительный, гнилостный город. Карту достали, но мест не сыскали в империи. Для императора и императорской лошади выхода нет. Значит, надо смиряться с потерями. Ставьте уж здесь, в Петербурге, на Знаменской площади. Князь Трубецкой на отчизну уехал в Италию.
вид и в отставке, хлебает свой чай стариковский, лошадь взбесилась и тащит все далее, далее всадника с сыном к Екатеринбургу, к Свердловску. Ну вот, как вы заметили, тут стихи идут, так сказать, в хронологическом порядке, и хронологически время дошло до Сашиного выступления. Полагалась тенденция? Да, тенденция, а потом хренов подряд пойдет. Баллада с тенденцией. Мы все несовершенны, и вот тому пример. Художник Ярошенко выходит на пленер. Он тихо в рощу входит, он пишет сонный мрак, а на холсте выходит заплеванный кабак. А шел ведь не с пол-литрой, не за банкой огурцов, с этюдником, с палитрой, за душой в конце концов. С кистями шел и маслом, и вот вам результат: селедка с постным маслом, растление и разврат. Виданы сквозь листья лица, склоненные к борщу, а на березе птица щебечет и не пущу. Вновь жанровая сценка, и нравы так грубы. Мы, молвил Ярошенко, тенденции рабы. На днях с натуры Шишкин писал публичный дом, а получили шишки и мишки под кустом. На днях с натуры Шишкин писал публичный дом, а получили шишки и мишки под кустом. Такая баллада. Ударение. Средь капители ламбрикенов кариатит, колонн аркад. Жил зодчий Александр Хренов, Хренов иные говорят. Как правильно акцент поставить, теперь, когда прошли года, никто не может и представить, как, впрочем, было и всегда. Расскажем честно, без отточий, одну историю о нем. На Троицкой построил зодчий доходный, превосходный дом. На освещение это модно, явились в качестве гостей и покорители Бомонда, и представители властей. Трибуну получив для слова, подрядчик бросил между слов: постройка как-никак хреново. Я Хренов возопил Хренов, хор светских дам и джентльменов, ведь славу зодчему готов. Ты гений, архитектор Хренов, а Хренов крикнул я Хренов. И после этого понура едва сыскать под старость смог в истории архитектуры свой безударный уголок. Александр Зыгер. Как мы по времени держимся? Хорошо. Времени полно. Думается. Ну, тогда еще немножко отсюда же. Ослышка. Однажды доктор Фрейд читал доклад. Профессор Павлов слушал, сидя в зале. Слова о бессознательном звучали. Про эго, суперэго, пубертат. Иван Петрович кряхнул.
Вот так вот. Ну, либидо, Эдип, Танатос, Эрос. На первый взгляд не лепится. Химерос. А как подумать, за душу берет. И разлохматив бороду свою, он лектора одобрил. Ижде венец. А Фрейд как вспыхнет. Я не иждивенец. Я труженик. Я содержу семью. Я так и думал, Павлов произнес. Но передумал. Ранее о слышком я придавал значение не слишком. Теперь же интерес весьма возрос. Я понял, одолев за шагом шаг путь вашего мыслительного рейда. А слышка не какой-нибудь пустяк. И уж во всяком случае у Фрейда. Каша. Внутренний монолог. Да, неустойчив без подпорки. Невнятна речь по большинству. Но разум, разум ясен, горки. Природа катит к Рождеству. Нет, нет, от этакого вздора гнилой поповщиной несет. Не Рождество, а просто скоро гражданский праздник, Новый год. И потрудитесь, воля ваша, оставить клирикальный тон. Да, сам собою. Каша, каша, сиделка слышит полустон. Невнятно? Разве что картава, так кто с младенческих ногтей? Шаги налево, прямо, вправо, и ног не вытер прохиндей. Ведь это ж надо так протопать, как по брусчатке броневик. Какой-то хам, печник должно быть. Нет, очевидно, не печник. Ах, доктор! Ха-ха-ха, Асклепий, храбрец, без шубы, налегке, а я... Куда еще нелепей, бревно в каталке, хе-хе-хе. А что, раз-два и покатили в Москву, в Рабкрин и в центр Комбет. Как вы сказали, наложили? Я не ослышался? Запрет? Скажите Троцкому. Нет, даже телефонируйте в ЦК, здесь термитором пахнет. Каша, и снова каша, каша, ка. Решение партии? Тогда он склонился к сторону врача, скосив кровавый глаз. Тогда он к игрушке тянется мыча. Под суд, тюремную парашу и нары, всем до одного. Говно они партийцы. Каша да каша, больше ничего. Ведь мне подвластна суть событий, я гусь которого не зли. А ну-ка, доктор, погодите, постойте, каша. Все ушли. Но приезжают, значит, нужен. Боятся, значит, не смешон. И разум, что несут на ужин. Ах, кашу. Очень хорошо. Перед путчем. Мы перешли уже таким образом почти в наши времена. На улице зодчего роси, пытаясь на льду не упасть, задумался я о вопросе, зачем нам народная власть? Зачем нам объедки, обноски, опивки, особенно мне, и мнимо реальные доски на гиперреальной стене? Зачем, подтверждая научный свой приоритет мировой, мы словно контрольные сучки по-павловски брызжем слюной? Зачем несказанную пакость, мрачащую разум и взор, мы хлещем из банки на закусь, кровавый таща термидор? И прочь я раздумья отбросил, и бросился в полную прыть, а улицей зодчего роси я больше не буду ходить. Вот. Чуть было не прочел стихотворение, которое на самом деле Саша поет. Вот писать сонеты как-то не с руки. И мы ко второй части перейдем логично. Писать сонеты как-то не с руки. Великий Дант и всякое такое. Давно уже в отставке, на покое, где прах и тлен и персти-червяки. А помнишь сборы летом у реки?
или в пионерской комнате зимою. Горн в потолок и барабаны к бою, а строй ломают только сопляки. И все-таки какое нынче время, пора забыть иронию и скепсис, разжать ладонь и юноше подать, и произнести, ну значит, здравствуй, племя молодое, выбирающее пепси, счастливчики, а нам не выбирать. А хотите, скажу, за что я благодарен годам застоя, а за то, что так научили говорить, как не говорили никогда, нигде, ни о чем. Это я не про сложность тропов, иронию изопов. Здесь язык как раз ни при чем, а за то, что натренировали так читать, как вовек не читали, и развили невиданный дар. Это я не про строчки точек и не чтение между строчек, и не про шестой экземпляр, а за то, что в пылу бесед и люткнувшись под утро в книжку, никогда не тянул на вышку, а как максимум на 7 лет. Вот у меня вопрос возник. Да. Вот я тут случайно подглядывал, естественно. Да. И тут вот в каких-то редакциях 6-й экземпляр, а в каких-то редакциях 8-й экземпляр. Не могли бы вы уточнить, а то... Я мог бы это уточнить. Это, так сказать, жизненные реалии. Дело в том, что вы помните, наверное, писал Галя, Черика берет 4 копии. Ну, так хорошо он жил, потому что на самом деле Эрика была, брала 8 копий. Но просто... Первые 4 были читаемы более или менее, 5-я и 6-я еле-еле, а 7-я и 8-я это уже так дребен. Вот и все. Так что тут чистой воды реализм. Понятно. Но если чистой воды реализм, тогда я сейчас спою «Зависть». Конечно. Тем более, что наше знакомство с Николаем Михайловичем началось с того, что я озвучил «Зависть», причем на чужую музыку, и полгода не решался показать. Вот. Но за полгода я ничего своего не придумал. Но единственное, я потом уже не раз говорил, что я понял, что меня оправдывает, что я в данном случае по названию стихотворения завидовал некоторым композиторам, поэтому использовал их мелодику. В данном случае это, по-моему, очевидно, были Покрасы. Все четыре брата, наверное, проучаствовали в этой песне. И Владимир Дашкевич, конечно. Так что с копом. И Агапкин, наверное, там тоже есть. В общем, все, что знал. Зависть. Чтобы не переутрудить в работе мозг и ягодицы, я вышел в город побродить, развеяться и прохладиться. Дождливо было и свежо, вдруг на одной из тихих улиц ко мне подъехало Пежо, и стоп, и дверцы распахнулись. Знакомец давний за рулем, соавтор бывший по халтурам. Садись, я сел, сидим вдвоем, а весь салон обит велюром. Откуда, черт его дери, когда успел, прошу пардона. Вот так сижу и злюсь внутри Пежо проклятого Пежона. Он что, талантливее меня? Еще чего не доставало? Я независлив, бог судья. Да вот Пежо меня достало. Я скромно жил, но хорошо. К
как Диоген в своей синопе оказался вдруг в Пежо. В Пежо, 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 на полуслове оборвав буквально так свои стенания, я вышел вон, с велюра встав, и хлопнул дверью на прощание. Вот такая запись. Конечно, эти песни хорошо заканчивать концерт, но в данном случае мы продолжаем. Мы продолжаем. Игорь Михайлович, а помните, как один деятель сначала высказал свои, так сказать, недовольствия, а потом пришел извиняться. Помните нас? Да, это вот было очень трудно. Расскажите. Нет, ну я ж не так помню, чтобы... Нет, ну это было любопытно, что... Ну, я... Деталь. Ну, наверное, Саша, вы лучше помните. Нет, я помню, что на презентации этой книжки, вот стихами, которые мы с Николаем Михайловичем выпустили в 2013 году, вот был один дядечка, он оперный певец, как выяснилось впоследствии. Вот, и он подошел и сказал, что так нельзя, да, вот, в общем, что это вот что-то такое неприличное слишком. А потом, когда он почитал книгу, он пришел на следующую презентацию, подошел к Михаилу Михайловичу и извинился. Было трогательно. Да, вы знаете, говорит, нет, я вот все-таки это литература, это вот такая игра, это фокус, я понял, спасибо. Вот так что. А в прошлый раз две дамы вышли, я помню. Вот я здесь пел, и вот две дамы сразу встали и вышли. Ну, было, да. Вот, было. Юля помнит. Юля следит за всеми, кто выходит из зала. Ну что, мы всего с вами звучим 25 минут. Почти. Да. Ну, мы начали в 15, сейчас без 20. 25 минут работаем. Ну, может, мы перевели стихи еще почитать. Я не знаю, право, как поступить. Могу? Переводы. Тут есть большие любители переводов, Николай Николаевич. Они оценят. Ну, давайте перейдем к переводу. Я тут посмотрел, кстати, выставку, да, где поэты лауреаты Нобелевской премии. Почему-то открывается она Маршаком. Это он или Шекспир Нобелевской премии? Ну, не Шекспир, я думаю. А? Я думаю, вряд ли Шекспир. Да, но и не Маршак, но тем не менее. Оказался как-то там. Ну, хорошо. А эта книга, вот она совсем свежая, то есть это уже, ну, она еще датирована 13-м, но свет, в общем-то, увидела в 14-м, да. Насколько я понимаю. Ну, в общем, ближе к 14. Я помню, я ее разгружал, я помню. Да. Зима была. Зима была, да. Была? Была. Сейчас уже нет, конечно. Это уже была зима. Ну, я тогда каких-нибудь прочту поэтов, которые, так сказать, определённые... Про название расскажите, вот что она охватывает, эта книга. Вот. Ну, книжка эта называется «Запад-Восток», имеет подзаголовок, и вот они вместе сошлись, и тут переводы в основном западных поэтов, но некоторое количество восточных тоже. Любители переводов тут больше любят Запад или Восток? Запад. Да. Центральная Азия, пожалуйста. Центральная Азия – это шутка или как? Я не очень... Шутка. Шутка. Тогда не буду. Но Азия тоже есть. Не-не-не, почему? Если мы начнем с Востока, то есть с Запада, я так понимаю. Начнем с Запада. Ну, давайте, тогда начнем. Мы живем в окне, окно у нас на Запад же все-таки. Тогда начнем мы с Киплинга. Тогда начнем мы с Киплинга. Основной закон. В нас заметны ли отличия, кроме внешнего обличия, от индийских первобытных дикарей? У тебя длинней копье, право стало быть твое. Это истинные наши с вами дней. У тебя хватило сил, ловко мамонта свалил. Пожинай теперь заслуженный успех. Прыгай в лучшее каноэ и до смерти ешь чужое, а по смерти похоронят краше всех. Друг умелую рукой амулет покрыл резьбой, утащил недотёпы талисман, и неси к вождю в шатер,
ты тогда не будешь вор. Все тебя еще похвалят за обман. Все это сфинксовы загадки, суета о сумме взятки. И у нас в ходу такие же повадки. Даже в первом чуде света никакого чуда нету, кроме разве может быть секрета, кроме может быть секрета. Как, какой найдя резон, все сомнения отбросив и своим же вызов бросив, самым главным, сэр Иосиф, вас назначил фараон. В этой песне что ни слово, все известно и не ново, в ней поется происпытанный закон. Люди врали, люди врут, люди крали и крадут. Так и будет до скончания времен. Это все что-то длинное очень, очень длинное. Месопотамия. Их не вернуть. Да, это стихотворение посвящено месопотамскому, месопотамской операции англичан в Первой мировой войне, которая окончилась чрезвычайно неудачно. Их не вернуть, не возвратить, как громко не зови, веселых, смелых, молодых, ушедших в смерть без нас. Их, захлебнувшихся в дерьме, растоптанных в крови, не возродить, но как нам быть с отдавшими приказ? Они послали в дальний край, нет, не своих детей, в нелегкий путь, в недобрый час, ать два, из плеч долой. Они сказали, умирай, но только веселей, а сами будут жить, учить, владычить над страной. Погибших нам не возродить. Но правый Божий суд, неужто будем мы смотреть до Божьего суда, как прохиндеи блудодей, как шуты словоблуд, дорогой прежнюю идут, по трупам, как всегда. Неужто гневу своему мы зря дадим пропасть, неужто будем мы терпеть, как расточая ложь, они тишком, молчком, бочком, гуськом ползут во власть, так крепко за руки держась, что цепь не разорвешь. Неужто мы поверим им в их лицемерный вздох, по тачкам их, по сумам их пустым, чтобы они под шум друзей, хапук или пройдох, опять расселись по местам, насиженным своим? Их смертью смерть не искупить, их кровью кровь не смыть, а нам вовеки не избыть позора и вины. Не в них беда, а в нас беда, и как нам дальше жить? Когда властители страны, растлители страны. У них тоже, значит, было все непросто. Это уж точно. Блудный сын, европейский вариант. Соединил нас Господь опять, слипся с краюхой ломоть опять. Папа, скажи, что я плоть опять, плоть от плоти твоей. Как вы теленка забили, и мне? Больше бы отруби были, по мне. Тут-то у вас изобилие, но мне было вкусней у свиней. Я не вполне камильфо? О да. Братца корежит всего? О да. Но посуди, каково? Да-да, быть не свиньей во хлеву. Дух нашей трапезы слишком высок. Дайте мне черствого хлеба кусок. С ним я и радость найду средь дорог. Вас я с собой не зову. Папа, занудны уроки твои. Братец, паскудны наскоки твои. Маменька, полунамеки свои лучше другим адресуй. Эко скривился наш старый лакей. В дом, мол, явился кромешный злодей. Скопище скверны, растлить детей. Лучше хауйствуй, хауй. Деньги пустил я в распыл? О да. Все прогулял, прокутил? О да. Каждый бы так поступил, да-да, жизнь на чужбине волоча. Все вы твердите о доле моей, вспомнил ли кто о юдоле моей? Папа, ведь шел я по воле твоей, в путь, младший сын богача. В путь и ограбили вскоре в пути, так ведь всегда вор на воре в пути. Я ж не разнюнился с горя в пути, нищий в хлеву потружусь. Эй, подложи-ка ты сено, свинья, жрать подходи-ка на смену, свинья. Братец, я вычислил цену, свинья, хочешь, с тобой поделюсь?
полно. Обратно в свой хлев ухожу, в долгом пути поумнев ухожу, спрятав и слезы, и гнев ухожу. Больше не ждите назад. Папа, работы по краю у меня, мама, письма поджидает меня, брат, на прощание повай на меня. Ты ведь собака, брат. Роберт Грейвс. Дьявольский сонет сочинителю. Иной кричит, что все в рассказе ложь, когда чуть-чуть для точности приврешь. Будь глух к нему, послушай мой совет. В дотошной правде правды жизни нет. Что мы откроем, если назовем любовь любовью, а добро добром? Глубоких истин подлинный творец поступит так, как поступает лжец. Лжец по призванию, а не те лгуны, что полуправдой заворожены. Склонясь к обрывкам, клочьям, лоскутам, разбросанным по жизни тут и там, простор воображаемой земли случайными телами засели, мелькавшими, как тени, мимо глаз, у винных стоек и вокзальных касс. Отправь их в путь, который будет им и самому тебе необъясним. Пускай повиснет, в воздухе кружась, причины следствий, призрачная связь, тогда-то оживет в твоей стрепне картина мира, верная вполне. Уинстон Хью Одн. Раздел. Да, то, что и у них тоже было не все в порядке, это тоже стихотворение, как и вот киплинговская «Месопотамия», посвящена совершенно конкретному событию, а именно отделению от Индии и Пакистана. Он был беспристрастен, когда приступил к задаче раздела чужой земли, объективен тем паче, что здесь не бывал, пока местные племена не дошли во вражде до предела, за которым война. Время, маунировал Лондон, исчерпано. С этой даты завершены компромиссы и все дебаты. Раздел – единственный выход, по возможности пополам. Вице-король считает, читайте его послание, что следует воздержаться от явного с ним свидания. И так жилье подготовлено, также приданы вам консультанты, один мусульманин, другой индус. Впрочем, во всем полагайтесь на собственный вкус. Его особняк, утонувший в цветах акации, день и ночь охранялся во избежание акции террористов, а он дни и ночи решал судьбы многих миллионов. Статистический материал был безнадежно стар, а карты явно фальшивы. Но время есть время. На проверки и коррективы его не осталось. К тому же ужасный зной и несварение желудка, вызванное жарой. И все же за 7 недель удалось уложиться. Страна, к худу, к добру ли, оказалась разделена. Он вернулся домой. За делами забыл это дело. Ну а что до желания посетить регион раздела, то, как сам он обмолвился в клубе, жить ему еще не надоело. Его же Одена «Песня людоедов». Хорошо. «Ты, малыш, забавный малый, отошел бы ты, пожалуй, без обид. Ну-ка, марш, бегом к мамаше, на дороге стоя нашей будешь бит. Ты испорчен болтовнёю, про любовь и все такое. Бабий бред. Жизнь лишь то, чем живы все мы, а не песня, не поэма, не сонет. Мы таких уже видали, не таких еще едали наши рты. Победить не добродетель, а всего лишь победитель. Ох, не ты. Все равно за правду в драку? Да чего же ты, однако, смел и глуп. День окончен. Мрак сгустился. Пожалеешь, что родился. Хруп, хруп, хруп. Давайте на такой хорошей ноте сейчас спою
два волшебника, пока мы находимся Давайте. На Западе. И потому что я после таких серьезных стихов думаю, когда же что-то будет такое весело. А вот после хруп-хруп-хруп вполне два волшебника можно, наверное, спеть. Значит, шотландская, это тоже, вот с этой баллады, насколько я помню, начинается книга, то есть да. Это первый текст. Вот я сразу открыл и сразу нашел для себя вот такой близкий мне такой родной текст. Вот я его сейчас спою. «Два волшебника» – шотландская народная баллада. Как ива стояла дева в дверях, а не вдалеке, задумавшись, мастер кузнечных дел застыл с кувалдой в руке. О, леди, прошу вас красный наряд всем другим предпочесть. Сегодня я буду иметь честь взять вашу девичью честь. Ты мастер черных кузнечных дел, с чего это в голову взял? Что я так долго хранила честь за тем, чтобы ты ее взял? И руку ввысь, подняв, поклялась она могильною тьмой. Не стану я и за 100 золотых кузнецовой женой. Лучше уж сгинуть и умереть, к мертвым себя причесть, чем мастеру грязных кузнечных дел отдать свою девичью честь. И вот она, голубкой устав, спорхнула ему назло, а он, превратившись в голубка, парил с ней крыло в крыло. И стала уткой, уткой она, и нырнула в пруд, а он пестрокрылым селезнем стал, и сразу же тут как тут. Тогда кобылицей стала она и спряталась в табуне, а он позолоченным стал седлом и оказался на ней. Тогда она превратилась в плед и юркнула на кровать, а он покрывалым зеленым стал и взял, что задумал взять. Вот такой настойчивый шотландский волшебник. Ну вот. Можно вернуться к востоку, наверное. Нет, дальше. Очень курить уже хочется, друзья мои. Ну, мы уже минут 50, наверное. Нет, еще 5 минут за нами. Сонет? Так, сонет, тогда Шекспир. Дело в том, что в последнее время я как-то увлекся тем, что перевожу сонеты Шекспира, которые, конечно, переведены многократно, но обратиться всегда к этому можно. И, ну, одним словом, хочу я вам показать некоторое их количество, не очень большое, потому как... Ну, на данный момент вы сколько уже перевели? Это страшно сказать, штук 60. Почему страшно? Ну, потому что много. Вот. И начать, наверное, имеет смысл с первого, ну, потому что просто... Первым начинается. Так мир устроен, чтобы красота не ведала смертельного урона. Увянув, роза падает с куста, и куст рождает свежие бутоны. Ты ж с красотой своей обручен, и новых лепестков не распускаешь. Сам по себе и роза, и бутон в себе самом ты сам себя сжигаешь. Одним собой на свете занят ты, и дела нет до остального мира, но там, где речь о тайнах красоты, не скряга побеждает от транжира, скупец увянув, вновь не расцветет, он как могила сам себя пожрет. Я не из тех поэтов, что в стихах
предмет любви сверх меры восхваляют, ища ему сравнение в небесах. Мол, эти очи звездами сверкают, а эта кожа месяца белей, а щеки, как восход, пылают ало, и ищут сходство в глубине морей. О, жемчуг шеи, ах, уста кораллы, к чему мне множить образы? С чего? К предмету моего изображения для описания красоты его не требуется преувеличение. Он сам собой хорош. И, наконец, он не товар, а я не продавец. Подобно неумехе лицедею, забывшему на сцене нужный стих, или тому, кто в гневе свирепея теряет чувства от избытка их, перед тобою мой язык смолкает, и я немого делаюсь немей, и, кажется, любовь ослабевает под грузом силы собственной своей. Но ты же видишь, остаются взоры, они верней, чем сотни слов подряд. Я говорю ясней, чем тот, который меня красноречивее стократ. Раз есть глаза, излишни рты и уши, глазами говорю, глазами слушай. А потом получается 27-й. Угу. Он продолжает, 28-й будет продолжать. 27-й сонет. Окончен день, и я спешу уснуть, но стороной меня обходит дрема, поскольку мысли продолжают путь в паломничество прежние влекомы. Недвижно тело, сердцу не до сна, его удары поступи подобны. Оно спешит к тебе, хоть ночь темна. Для сердца различим маршрут подробный. Старухи ночи, мрачные черты разглаживая и преображая, как бриллиант во тьме сверкаешь ты. Дорогу сердцу ярко освещая, оно за ночью ночь, я день за днем. К тебе не зная, он дыхает. Ла-ла-ла-ла-ла. К тебе. Ла-ла-ла-ла-ла. Идем. Прочту я еще два сонета, с вашего позволения. Один вот 28-й, потому что он продолжает тему только что спетого 27-го, а это бывает довольно редко. Так как же быть? Где отдых для меня? Все сутки напролет, одна забота. Мне ночь не облегчает тягот дня и не снимает день ночного гнета. День с ночью на меня пошли войной, содружество скрепив рукопожатием. Тот ярким светом, та глухой тьмой равно грозят. И что могу сказать им? Что если набегают облака, ты мне лучи светила заменяешь. Что если ночь беззвездно глубока, ты для меня просторы озаряешь. Но все тесней сжимаются тиски дневной печали и ночной тоски. И 66-й как коду. Не жить, не видеть больше не могу. Величие побирается под дверью, и высота у низости в долгу. И верою командует безверие, и почести бесчестью воздают, и честь девичья пущена по кругу, и перед правдой прав неправый суд, и услужение ставится в заслугу,
и свет доверия обращен во тьму, и власть уста замкнула Златоусту, и дух свободы заключен в тюрьму, и свято место оказалось пусто. Не жить, не видеть, сжечь бы все мосты, да пропади все пропадом. Но ты... Спасибо. Ну, собственно, и вы. Спасибо. А, Николай Михайлович, а нельзя вас попросить, может быть, какой-то фрагмент вашего Гамлета? Я вот, собственно, от Александра Джигита слышала, что вы его не перевели даже, а сделали своего Гамлета. Нет, это совершенно другая история. Просто я настолько интересуюсь вот этими разными интерпретациями вот этого произведения. Рассказываю. Рассказать могу, прочитать не могу, потому что я наизусть не помню, и это не привит. Это большой такой драматический монолог в стихах, как я его называю. Это монолог «Тени Гамлета». Там суть, он забавный, ну и печальный тоже, но и забавный. И суть там в том, что тень Гамлета явилась к нам, чтобы вместе с нами разобраться в своих поступках и мотивациях, говоря, так сказать, серьезно. Все это написано веселыми стихами. А это можно где-то почитать? Ну, если вы мне дадите свой адрес, я вам пришлю. Вот так это можно. Да. Это большой, это Юлия. Юлия, это успех, я хочу тебе сказать. Это 900 строк, это огромное... Нет, да, 900 строк. Ну, насколько я знаю, дважды публично она исполнялась. То есть первый раз ее премьера была в Старой Вене, где Николай Михайлович читал напополам с Иваном Ставицким. Угу. Вот, это было крайне любопытно. А второй раз она... в таком же виде, только наоборот, насколько я понял. Да. Николай Михайлович с Иваном поменялись главами. Вот это было в Елейском центре на Рубинштейна 3. Вот. Я присутствовал на обоих этих, собственно, таких выступлениях, даже вот что-то пел. Я имею в виду, пел сонет, потому что первая часть была выступление с сонетами, а вторая часть с Гамлетом. Вот, сонет я пел в двух случаях. Вот. Действительно, крайне любопытно. Ну, вот я думаю, что... Может быть, мы сможем... Я кое-что снимал, может, мы выложим там в процессе это дело, видео. Mm-hmm. Вот, я... Ну, то есть, мы сможем опубликовать это в видео-варианте. Ну, а вот, Юль, вам повезло, вы сможете, так сказать... Почитать. Да. Замечательно. Спасибо вам большое за внимание вообще Юле и Карповке, ибо я стараюсь действительно здесь иногда выступать, но, понимаете, мои выступления здесь, ну, во-первых, уже не сольные, вот, а с теми людьми, которыми я действительно хотел бы, чтобы вы видели и слышали, и обращали внимание на то, что что-то происходит более значимое. Ну, вот, на мой взгляд, это значимые очень авторы. Николай Михайлович и, собственно, лидер, можно сказать, этих значимых авторов. На мой взгляд, на данный момент Николай Михайлович лидер. Вот. А действительно, приходим мы на Карпову тогда, когда мы уже с Николаем Михайловичем выступали, наверное, раз 10 с подобными. Вот мы это же как-то отрепетировали, и вот пришли. И всем очень признательны за внимание. Спасибо. Спасибо огромное, Николай Михайлович. Спасибо Саше. Действительно, это вот на самом деле... Такое знакомство для Карповки совершенно сумасшедшее в этом плане, потому что я бы сама в жизни бы никого не нашла, вот так вот не пригласила, не потому что там не понимаю в поэзии или в чем-то, а потому что я не умею никуда ходить, у меня проблема есть небольшая. Зато ты умеешь принимать, это тоже талант. Это немаловажно. Для тех, кто ходит, им надо куда-то ходить. Да. То есть это звенья одной цепи, по-моему, в данном случае. Так что да, спасибо огромное. Ну, на этом уже.